Привет, сейчас я покажу, как сделать персонализированные бейджики с разными фамилиями. Очень часто нам приходится быстро и оперативно сделать бейджи на разные фамилии. Итак, вот у нас есть бейдж. Первое, что нам надо сделать, это посмотреть его размеры. Мне сообщили, что кармашки для них были куплены 100 на 71 мм. Видим, что тут данный файл 106 на 77 миллиметров. Это значит, что дизайнер предусмотрел под обрез по 3 миллиметра с каждой стороны. На самом деле это довольно-таки много. Достаточно по 2 миллиметра с каждой стороны. Но мы это потом исправим. Итак, есть у нас файл. Сохраняем его. Участник назвали. Заменить. Иллюстратор, такой, как у вас есть. Это для внутреннего использования, никому ничего никуда давать не собираемся. Окей. Открываем InDesign. Открываем новый документ. Вам необходимо узнать, на каком оборудовании будут типографии печатать. В данном случае у меня требования на формате А3. Ну, там... Сами понимаете, для оперативной полиграфии не обязательно четкий формат А3, это может быть и больше, и меньше. Но всегда надо узнавать. Но мне сказали, что на листе должно быть 16 штук по 2 мм под обрез. Итак, сначала мы просто вводим простой формат, чтобы долго не заморачиваться. А3 альбомы. Margins нам сейчас не интересует. Bleed and Slug тоже не интересует. Окей. Мы видим, справа у нас в панели инструмента есть Pages. Первая страница — это та, что у нас самая главная страница, где у нас будут наши фамилии. А мастер — это шаблонные страницы. Левая — нечетная, и четная — правая. Сюда мы будем помещать для того, чтобы потом нам удобно было все эти фамилии размещать. Итак. Рекомендую сначала нарисовать фрейм. У нас тут что, 104 на 75. Мы помним, да, что у нас формат 106 на 77, то есть нам достаточно 2 миллиметров под обрез, поэтому мы его скроем. Окей. Сюда, когда оно активно, мы помещаем Ctrl-D или файл поместить, файл участник наш. Да, и хочу обратить внимание, что иногда оно может неправильно помещать, поэтому для первого раза при помещении File Place поставим галочку Show Import Options. Открыть. Участник, выбираем файл. Открыть. Мы видим, у нас есть несколько options. Несколько options, то есть у нас один файл. Мы то, что у нас есть, то и помещаем. Crop. Можем bounding box, то есть это только видимые слои, все слои. Art, crop, trim, bleed, media. В данном случае просто crop — это тот размер нашего документа, то есть 106 на 75. Помещаем. Окей. Поместили. На всякий случай рекомендую центрировать контент. Ну, в данном случае он лег нормально. В InDesign есть классная штука Step and Repeat, для того, чтобы мы ровненько разместили нужное нам количество этих бейджей на нашей странице. Edit, Step and Repeat, или Ctrl-Alt-U. Повторяет сколько раз? 3 раза. Вправо у нас размер по горизонтали 104. Мы знаем, что у нас 16 штук на листе. Нажимаем ОК. Выделяем. И теперь нам надо по вертикали. Edit. Step and Repeat. 3 штуки. 75. 0. ОК. Выделили все наши. Или нажимаем Ctrl-A, или мышкой, как вам угодно. Центрируем. Это было лишним в данном случае. Выбираем
относительно чего центрировать. В данном случае align to page, то есть относительно нашей страницы. Смотрим наш размер. Наш размер получается 400 сборки. 416 на 300. Для того, чтобы это все вписать, мы это просто изменяем документы и все. Документ 416 на 300. Окей. А теперь лучше отцентрировать. Отцентрировали. Помещаем на правую сторону, на четную. Теперь у нас есть шаблон. Полдела сделано. Теперь нам необходимо настроить margins и columns для того, чтобы размещать текст автоматом. Итак, мне дали текст вот в таком виде в Excel. Не сказал бы, что это мне понравилось, ну как есть. Выделю немного для примера, чтобы вам было понятно. Ctrl-C. Я сначала переношу блокнот, а потом Word. Для чего я это делаю? Для того, чтобы не было после Excel у меня таблички. Ну, так удобнее. Так решил. Кстати, могли уже даже помещать сразу в InDesign. Ctrl-A, Ctrl-C. Рисуем текстовый фрейм. Итак, мы не знаем наши размеры. И в данном у меня проще, я их знаю. 26 пунктов. Если вы не знаете, шрифт Myriad Pro полужирный. Если вы не знаете, приходится изначально что-то придумывать, подгонять. Узнаем шрифт. Bold. 26 пунктов. Трилиньяж, расстояние между строчек то же самое. Итак, у нас выровнено по правому краю. Выравниваем. Ага. У нас есть такая штука, как табуляция. Вот она у нас. Не знаю, как вам лучше показать. Давайте мы на пустом поле это сделаем. В InDesign есть такая операция. Показать скрытые символы. Ctrl-Alt-I. Вот у нас табуляция. Мы заходим в табуляцию. Выделяем, вернее, табуляцию. Заходим Ctrl-F или Edit. Вернее, даже Type. Find and change. Я прошу прощения. Edit, find and change. Просто привык клавиатурными сокращениями. Ctrl-F. Здесь мы выбираем табуляцию. Здесь для помощи у нас, в принципе, есть набор стандартных. Табуляция. Заменить на Forced Line Break. Это галочка вверх. N. Меняем все. Search в документе. Есть по story, есть selection. Ну, мы выберем в документе. Change all. 146 замен произведено. Почему не поменяло? Непонятно. Что ж такое? Почему он не хочет? Ага. Наверное, потому что на шаблоне.
Да. Как ни странно. Потому что на шаблоне он мне не менял документ. Документ. Угу. Ясно. Возвращаем наш текст на шаблон, чтобы дальше играться с ним. Выравниваем наш фрейм. Вот, это наша основа. Итак, как я вам рекомендую. Вот у нас есть текст. Это у нас первый бейдж. Это у нас второй бейдж. Я делаю как? Сначала разберемся с нашими маргинами. Вот эти вот фиолетовыми полосочками. Я рекомендую делать раздельно и для этой, и для этой. Хотя я вижу, тут у нас в принципе все одинаково. Давайте посмотрим. Захожу layout, margins and columns, top. Я подгоняю под нашу, под наш текст. Наверное, надо увеличить, чтобы было понятнее. Можно еще. Слева. Outside. Есть. Колонки. У нас 4. Увеличиваем межколоночное расстояние до нашего фрейма. Я надеюсь, вам хорошо видно здесь. Нажимаем ОК. Смотрим, что у нас получается. Получается не очень красиво, да? Угу. Некрасиво, потому что у нас вот здесь, вот видите, залазит. Поэтому заходим еще. И вот это значение inside мы уменьшаем до наших размеров. Да. И даже можем увеличить расстояние между колонками. Все. У нас красиво и замечательно. Смотрим справа. Справа не очень красиво. Как избавиться от этого? Сейчас мы одинаково делали что левую, что правую. Как избавиться от ненужных? Мы нажимаем именно на эту страничку и подгоняем. Inside делаем 7, outside делаем 6. Как там? Зеркально получается у нас. Окей. Все. Теперь смотрите, как мы поступим. Выделяем наш текст, увеличиваем расстояние. Я попытаюсь объяснить, зачем мы изначально убирали табуляцию. Меняли на мягкий разрыв строки. Для того, чтобы фамилия и город были одним целым. То есть, чтобы для того, чтобы мы могли поставить расстояние после абзаца. Если бы это был абзац, то оно тоже бы считалось. Тогда нам надо было мучиться еще дольше, больше. А так мы оптом все это делаем. Увеличиваем. То есть мы увеличиваем расстояние после абзаца на то, которое нам надо. Наверное, как-то так. Давайте посмотрим и проверим. Ровненько. Ага. Еще один бок нашел внизу.
То есть нам надо, чтобы оно Александра Дроздова вылезло. Я обычно такие большие имена уменьшаю расстояние между строчками. Но все равно надо будет пройтись, проверить, что ж мы там делаем. Опять же меняем label, margins и columns, и внизу. Видите, у нас отличаются inside и outside, две странички, а эти у нас одинаковые. Берем, уменьшим до, хотя бы до вот этих пределов. Я бы даже 8,5 оставил. Окей. Пятьдесят два много, 52,5, 52,7. Вот. Теперь замечательно. Теперь мы это можем теперь разносить по всем. Ctrl X вырезаю с шаблона, помещаю на нашу страничку. Ctrl-V. Теперь самое главное, нам надо удалить наш шаблонный текст на нашем бейдже. Заходим в наш бейдж, удаляем и сохраняем. Сохранили, переходим в InDesign. Тоже в панели инструментов у нас есть links. Мы видим, что линк изменился. Нажимаем вот этот выпадающий список. И Update All Links. Произошел апдейт. Выделяем. Заходим в палитру Color. Выбираем белый текст. Мы видим, что мы можем продолжать дальше. Итак. Кто знаком с InDesign, нажимает дальше поместить на красный текст. Это значит, что текст еще остался у нас. Нажимаем Alt и Shift. Да, чуть не забыл. У нас же в Pages одна страничка. Для того, чтобы добавить больше страниц. Ну, мы примерно знаем, сколько у нас страниц. Да, там 16 на листе. 32 на двух листах и так далее. В данном случае я скопировал 152. 152 это у нас около 10 листов получается. Ну да, где-то 10 страниц. Примерно. Ctrl-Alt-P или Document Setup. Нажимаем 10. Окей. Вы видите, что у нас теперь в Pages 10 страничек. Я повторю операцию. Клацаем на красный квадратик с крестиком. У нас остаток текста. Когда мы нажимаем Alt и Shift, оно автоматически по всем колонкам, по нашим страницам все размещает подряд. Нажимаем. Все. Осталось нам только подогнать наши съехавшие фамилии. То есть они слишком большие, поэтому так, Валентина Стрижакова не влазит. Можно шрифт уменьшить. Светлана Дорбинская. Смотрим дальше. Гульмира за дизайнерами потом под грибами переходится. Итак, проходимся по всем нашим страничкам.
там, где послазили большие имя и фамилия, которые не влазят в одну строчку. Да закрою пока. Диляра с Казани. Зульфира с Казани. Ой. Людмила, Ольга. Ой, Кольчугина выехала. Наталья Виссарионовна. Ага, обратите внимание, что размер съехал. Ну это мы уже можем подгонять и подгонять. Тогда может имеет смысл не shift уменьшать, а размер букв. Тогда у нас не будет общая картина слазить. То есть шрифт остается одинаковым, просто размер буквы я уменьшаю. Некрасиво, конечно, но вариантов я других не вижу. Разве что уменьшать одно, второе. Ну, дизайнер же так придумал. Поэтому не будем ему перечить. Можете задать вопрос организатору, что они на это скажут. Все готово. 10 страниц текста. Итак, мы разместили сколько? 152 фамилии буквально за 20 минут. Если бы у нас было там хоть 1000 страниц, хоть 1000 фамилий, нам все равно бы это было намного легче, чем вручную в иллюстраторе вставлять каждую фамилию, как-то выравнивать. Здесь, по крайней мере, это делается проще. Все, можем сохранять наш файл для типографии. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, пишите в комментарии. Если есть примеры какие-то, я с удовольствием их рассмотрю и сниму на это видео по вашим файлам. Спасибо, до свидания.